بنمتن مغب مدر بدرايفان شلاما لوخون من ماتت اورميا باترت روسيا او جو يومطلا الى كات ايفر جوماتا جو زوياخت فيستيفال بشمت خوبا كات اني سري خمشاشن مزيوخوخ جوداها مات ديان دخت مران اتلان رابا ارخ من بريش بريش مدينات كاتو جوك بيشن الاخا وخا من ارخ ديان الى Андрей Михайлов, мен бдитет Москва, ади дарах шлама алу, у Андрей лелеп дая лишане диян, бет хамзам блишане турснае, у ана бет тарджимана аха хамзам тед диян. Андрей, шлама алух. Шлама алухун. Расскажи немного о себе, ты кто, откуда, кто твои родители, корни ваши ассирийские, откуда. Ана Букарейман Андрей Манилы, Брунет Манилы, Мичина Аслат Дие, Мичатиина Русия. Меня зовут Андрей Михайлов, я родился в городе Москва, вернее Московская область, город Мытищи. Родители у меня, мама у меня из Верхнего Двина, Армения, промыжена. Отец у меня родился в Екатеринбурге. По отцовской линии у меня там и Говорна, и Альбакна. Вот. Андрей Берил Джо Хам Дита, Катила Ухданат Мдитет Москва, Джо Русия, ему Иля Менмат Двин, Батрат Армения, Иля Урмаджнета, Бабу Иля Мен Тюркия, Гаварная у Албакная. Да, дедушка по отцовой линии у меня родился в городе Карс, Турция. Савунат Андрей Бабет Бабу Берил Джо Карс. Вот. Родился я в 1987 году, закончил общеобразовательную школу и после школы поступил в экономический институт. Андрей Берил считает альпотменем, альподжамотманитменя, пурколы мадраша джумуско, умамбархада вил бакрая джубецоба экономика. Но на втором курсе института я понял, что хочу петь. У Шите Тре, Данет Крету, Пурмайла, Катбай Замер. И после окончания института я пошел на прослушивание в музыкальный институт имени Ипполитова Иванова в Москве. Институт экономический ты закончил? Да, закончил. Бетсобет экономика Пурколе, диплом Кублоле, Умамбархада. Хишел бетсобет музик у видел ювела сахсета ткала у тшметет музик каткар у пайш замара. И закончил музыкальный колледж в Москве. У карьела джу бетсобет музик у пурколе по классу вокала, да? Да, академический вокал. Би зимре. У тебя оперное пение, да? Оперное, да, академическое. Зимрит опера. У Этлераба Спайкаля, ахнан джу хурзака моя муслыювах, хазмерта, блишана диян, змирала Андрей, раба шаперта, раба басима кала этлэ. Ты сейчас занимаешься своей творческой деятельностью, музыкальными вот этими твоими всеми способностями и образованием? Ты продолжаешь? В данный момент я работаю над этим, да, и хочу продолжить учебу, чтобы впоследствии стать профессиональным певцом. Учебу в консерватории? Либо консерватория, либо что-то вот нам нужно высшее образование, потому что в наше время сейчас бумажка, диплом важнее всего. У Андрей этле хуба, у этле тахмента, кат лазам кара, медре буржзода, консерватория, ян дучахита, кат кабел юльпана аллая, эт зимре, у аф профессионал замара. Ты не женат? Нет. Андрей лелегвире, летле чельпет, у дахмабюнеля рабаспай, раба бриха ялеле, они тлаю ман лехвах, хамаша тхабет пакевах, хамзумевах, у ага умтанаюта этле,
Ага, хуба атлика умта у каюльпана у мардута у чулеменди. Андрей, большое спасибо, что ты, что у тебя есть вот этот патриотизм, вот эта культура, вот это вот желание сохранения своего народа, стремление к своей культуре, к своему языку. К сожалению, язык, почему тебе мама не научила, я не знаю. Двинская, сирийка. Я что-то понимаю, понимаю я многое, но вот говорить... Андрей Мара Пармуевен и Нале Масан Хамзимен, сабаб ему или мен мата дуджун мен Армения, а ибдайла лишана, у Андрея Джарраба спай хамзим ваб лишана диян. Это все поправимо, всегда можно выучить. Окей. Андрей Мара бетлепен лишана, а халила проблем. Басмагянух. Андрей. Сейчас очень много наших соотечественников, ассирийцев во многих странах мира нас видят и слышат. В первую очередь о своих чувствах пребывания в Урмии, об вот этом празднике, который сейчас проходит здесь, твои ощущения и твои чувства. А потом, что бы ты хотел пожелать бы всем нашим соотечественникам, которые сейчас тебя видят и слышат. Ана Букары, мен мякра Андрей. Бутергашту, Адия, Леха, Джуматет, Урмия, Дахи Хазиалы Ахамата, Дахи Хазиалы Аха Фестиваль Пшемет Хуба, Уани Чуле Атурайт Катлеха Кпишина, У Му Этджулебу, Му Магаб Атане, Качуле Хазианан Упарджанан Мухаб, Катади Аха Хурзадиан Бахзайуна. Я первый раз на таком празднике, и мне очень приятно, я очень рад, что попал сюда, выбрался из суетной Москвы. Ана гахакам этвен леха джумата, гахакам этвен джуат хазуяха, ураба бахдаевен, кат мен мдитет Моско, мен джурта мдита, плитен утиен джуда хамата. И я хочу пожелать всем ассирийцам, чтобы было объединение. Наши нации объединения. Убтлабован манчулебне умтен манчула атурае, кат авахуяда джо умтедиен, кат ахнан хаедах. Спасибо большое. Авитун раба басим. Спасибо большое, Андрей. Я очень рада была с тобой познакомиться, и я надеюсь, это не последний твой приезд в Урмию. Да. Спасибо. Раб басима. Басима раба. Шлама Лёхун. Вот так ровно держи. Шлама Лёхун. Ажли Мария. Давай спой песню. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег надутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, Лесного сизого орла, Платовом, которого любила, Платовом, чьё письма берегла, Платовом, которого любила, Платовом, чьё письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за яркий солнце свет, и к кольцу подали поглоничье, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. О, он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Ох ты, песня, песенка девичьи, ты лети за яркий солнечный свет, и кольцо вода не поглонит, от Катюши пили дать.
Мария Басмагянах. Лиза Басмагянах. Нинуля, привет. Танишла Малохун.